Душевные песни под гитару, встреча товарищей, теплая, почти домашняя обстановка. В Химках отметили День морской пехоты. В Доме культуры микрорайона Ферсановка прошло торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате. Празднуют День морской пехоты 27 ноября, начиная с 96 года. Дата выбрана не случайно. 27 ноября 1705 года Петр I издал указ о создании полка морских солдат. И словно волны катятся морские. Депутат Московской областной думы Михаил Раев поздравил гостей праздника, а также вручил благодарственные письма и памятные подарки за большой вклад в воспитание подрастающего поколения. В 6-й бригаде морской пехоты, 879-й ДШБ, парашютно-десантной роте, Калининградская область, город Балтийск. Я как ветеран воздушно-десантных войск, мы все время очень уважали морскую пехоту. Вот, потому что они выполняли очень тоже серьезные задачи, не только на суше, но и на море. Вот, очень, скажем так, солидное подразделение с большой историей. В формате дружеского чаепития ветераны вспомнили годы службы и испытания, через которые пришлось пройти. Славное воинское прошлое позади. Неизменно одно – единство и братство морских пехотинцев. Где же правда? Где же боги? Кто писал судьбы дороги? Кто решает, что уже пора? Андрей Липанов, Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.